Дмитрий Нагиев удивил поклонников роскошной прической автор 30.04. 2020. Дмитрий Нагиев в последние годы остается верен выбранному имиджу и предпочитает стричься под ноль. Впрочем, на днях поклонники знаменитого артиста увидели его в совсем новом имидже. Интересным снимком поделился его друг и коллега Владимир Сычев. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Примечательно, что оба актера облачились в нарядные костюмы. Лицо Владимира украшали усы, а Дмитрий порадовал стильными очками. Впрочем, особенно комментаторов заинтриговали прически звезд, друзья надели парики. Стоит отметить, что Дмитрий очень идет такой образ. Всем доброго времени суток, друзья. Модно, стильно, современно. Архив подписал снимок Сычев. Судя по хэштегам, это фото было сделано на съемках. Джон Леннон и кудряшка Сью. Джон Леннон и группа Песняры. Вот эта пара. Стиляги, бременские музыканты. Вам идет из фильма Тарантино. Красавчики, бруталы на все 100. Вот эта пара. Стиляги. Радуются снимку комментаторы. Отметим, что Дмитрий довольно консервативен и редко изменяет своему имиджу. Примечательно, что прославился он совсем в другом образе. Наверняка многие запомнили его с довольно длинными волнистыми волосами. Такая прическа у Нагиева была в пору ток-шоу «Окна», и с ней он проходил много лет. Поклонника звезды стоит обратить внимание на то, что сегодня стартует новый сериал, в котором играет Дмитрий Нагиев на карантине. В новом шоу будет показана повседневная жизнь актера, которому пришлось отказаться от гастролей в пользу самоизоляции. Проект будет не документальным, а художественным. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.